Мы пришли на место проведения, дорогие друзья. В принципе, довольно-таки небольшое помещение. Ну, с какой стороны сейчас смотреть? Можно с большой, можно не с большой. Но, в принципе, должно быть довольно-таки интересно. Приехал Flamey, приехал Seized. Готовы ребята, естественно. Вот есть у нас даже тут русскоязычные болельщики. Довольно-таки темно здесь, поэтому моя камера может не выдержать эту темень. Но буду стараться для вас снимать лучшие кадры, например, вот такой, опа! Чё там, Ваня, у нас? Написать прогресс на здесь. Клаудам? Да. Ну, Клауд сильная команда довольно-таки, чемпионы Америки, второе место на ESL ESE, поэтому все хорошо. Ну и вот, кстати, у нас уже русскоязычная комьюнити подходит. Капитан команды Андрей Блейд, капитан команды Flipside, ну и Simple. Привет. Они недовольны, естественно, потому что они сейчас проиграли. Это естественно. Довольно-таки шумно. Есть смысл использовать затычки, то есть наушники, которые прямо в ушную раковину закладываются. Ну, видите, свет постепенно свет пропадает, но я надеюсь, вы что-то сможете разглядеть. Я так понимаю, это один из организаторов. Сейчас парни общаются, какое игровое поле они должны занимать. Но я так понимаю, вместо флипсайдов. Возможно, зайду. Это ложь. И вообще обман. Это фейк. Где будут сидеть ребята? Ага, вон она. Вон она, небольшая, скажем так, сцена, зона проведения. Где ребята будут играть. В принципе, мониторы здесь Asus, но 120-герцовые. Да, 120 Гц, потому что вчера в гейминг-зоне было 75 или даже 60 Гц. В этом плане мониторы хорошие. Hello. Это Devil Walk, игрок команды Luminosity. В принципе, место вроде бы нормально. Хорошие столы, где-то метр. Есть даже больше, наверное. Ну и ребята здороваются. Вот они. Hey. Такой дружеская атмосфера. На самом деле все в голове, естественно, настроены серьезно. Думаю только о плохих вещах. Типа, как они будут засовывать, высовывать там. Ну, как обычно. Ну, на камеру, на публику все общаются, все довольны. В принципе, ну, как для чемпионата мира, если честно, размах не самый большой. Упор, естественно, больше на картинку, на стримах, наверное. Упор больше на... Опа, кто у нас идет? Егор Маркелов. Хика, опять Simple и Джон, кстати, тренер команды. Привет. Привет. Бондик. На картинку упор, ребят. На ваши стримы, соответственно, у вас должно быть все довольно-таки качественно. Егор, привет. Здорово, Сенька. Ну, а мы будем еще включаться.